Всем привет! Какое-то время назад ко мне обратилась Ирина Давтян и говорит: а почему бы нам не сделать новую такую акцию? У нас была акция «Орхоколлаборация», когда разным блогерам компания «Архарай» выслала такие слабенькие орхидеи, и мы несколько месяцев подряд отслеживали, как они развиваются, померли, не померли, как там они, что вообще, что происходит. Вот, а почему бы нам не сделать новую акцию про какие-то моменты, которые мы обычно не рассказываем публично. Назовем это, скажем, скелеты в шкафу, да? Орхоскелеты. И каждый блогер расскажет, что там было такого, чем обычно не хвастаются. У меня есть один такой случай. Так-то тривиально каких-то там помирашах полно, это понятное дело. Но у меня есть один случай, который реально такой себе интересненький. Сейчас я вам о нем расскажу, а в конце там еще будет про реанимацию одной орхидеи. Если до конца досмотрите, там ответ на вопрос, что делать, когда у вас орхидея сбросила все корни. Все корни. Поехали. Итак, у меня сегодня такое скелетина. Сейчас будет такой рассказ, конечно. Так, мне надо как-то ровно поставить камеру, потому что пока она стоит косо. Вот, вот так, наверное, да? Смотрите, у нас сегодня скелеты в шкафу. Вот вы видите прекрасный цветок с прекрасной корневой. Кстати, вот это все черное внизу, это черный цион, новый цион протект от бактериалки, от грибной инфекции. Вы видите, что это Allura Medina цветочки, эти прекрасные восковые цветы, которые держатся второй месяц, и ничего с ними не случается, несмотря на то, что я пересаживала в цветущем состоянии. Вы видите, что это взрослый куст. Короче, это из Голландии. Покупала у Зибо. И теперь вы видите, что это наклейка Архарая от Раджа. Потому что я увидела у него этот цветок и купила у него этот цветок и угробила его изящно, как вы это любите. Но мне же понравился цветок. Он еще и ароматный. Он мне понравился. Кроме того, мне нравится компания Allura, которая производит там и фласки, и цветочки. Мне нравится у нее продукция. Она подращивает, кстати, даже метушек, по-моему, Allura подращивает. Так вот, когда я увидела, что Зибо стала привозить к себе из Голландии на продажу взрослые растения, которые мы раньше видели только в подростках азиатских, я тут же кинулась к ней и купила несколько штук таких. Вот в числе всего прочего я купила Allura Medina. Естественно, я не стала рассказывать Раджу о том, что я загубила его цветок. Как я это сделала? Ну и наклейку, но я переклеила с цветка Раджа на этот. Теперь у меня типа от Архарая, но зато в офигенном взрослом возрасте и цветет как не в себя. А то мне пришлось бы ждать еще года два, наверное. Как и почему у меня помер этот цветок от Архарая? Я увидела этот цветок в обзоре Раджа. Однажды, где-то полгода, наверное, назад, Радж шел по теплице, делал обзор своей теплицы и показывал, что вот остался такой сорт, как Allura Medina, в продаже есть. Но расцвел один из цветочков, и он совсем не похож на мерзкие фотографии от садовника, потому что по непонятной для всех нас причине садовники очень плохо фотографируют свои растения цветущие, потом по фотографии вообще невозможно понять, что это вот этот сорт. И я увидела этот цветущий именно цветок, и сразу ему написала: Радж, я хочу именно его. Можно вот именно его, потому что они же все по-разному цветут, и те цветочки, как цвели, мне понравились именно те цветочки. Он говорит: да, но сейчас прохладненько, мы попозже пришлем. Они попозже прислали, он был еще с цветоносом. Но, во-первых, усушка, да, то есть, когда подсушивают растения для транспортировки, они прям становятся такие очень усушенные, а он цветет, ему силы нужны. Вот. Во-вторых, стресс от пересыла, потому что они в темноте какое-то время едут,
Холодно еще было, зима. В общем, он приехал, конечно, тургора никакого. Но, в принципе, если бы я сделала так, как надо, сразу отрезала бы цветонос и принялась бы восстанавливать тургор листьев, все было бы хорошо. А тут я смотрю, что цветонос даже в этих ужасных условиях решил продлиться. Вы знаете, вот когда револьверное цветение, когда продлевают цветоносы растения, и цветонос, там уже старые цветочки начали увядать, и он вдруг выкидывает дальше стрелу цветоноса, там еще три цветочка. И я думаю, боже мой, пусть процветет. Но он же хочет процвести, как мне некоторые умники говорят. Если орхидея хочет процвести, почему надо не давать ей цвести? Ну, короче, я думаю, да. Ладно, пусть цветет. Я об этом, кстати, даже снимала видосы. Ну, помер он, да. Помер. Он даже не то чтобы помер. Цветочки новые распустились. Чем лучше распускались цветочки, тем более похожими на листья, на уши спаниеля были листья. Просто все обвисло окончательно в итоге. Да, вот у нас эфир идет. И, конечно, ну и он скинул еще корни дополнительно, конечно. Я отрезала цветонос, и я подумала, сейчас я его начну восстанавливать. Ну, то есть это реанимашка, которую надо восстанавливать. А потом Зиво привезла вот этот цветок. Я подумала, какой классный ход. Сейчас я переклею наклейку Архарая на этот голландский цветок. У меня будет моя Аллюра Медина. А тот, прости, 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 поверь, и я тебе открою дверь. Вот, в общем, я выбросила его. Это ужасно, я понимаю. Да. Я не люблю возиться с реанимашками, с больными, вот с этим всем. Это не мое. Если что, вон, смотрите, у меня вон валяется. Валяется реанимашка. А сейчас мы ее, кстати, реанимируем тогда, раз она здесь валяется. И вот здесь стоит это непонятное, то ли фузариоз, то ли не фузариоз. Давайте я ее вытащу на сон, на сон, на свет божий, на солнышко, пусть здесь стоит. Я все еще надеюсь, что все с ней будет хорошо. Ну как хорошо, с ней уже все плохо. Я сюда пришла за горшком и за мхом. Мох у меня вот. Или вот. А горшок у меня... Да, мне нужен горшок. Хотя бы один. Вот у меня горшочек. Сейчас я возьму мох. Я возьму мох, который я привезла последний раз от Ники. Хотя у меня в этот раз... У меня в этом году столько мха, люди. Это просто что-то невероятное. Потому что мне и Ника привозила мох. Мне и... Кировский мох пришел, да? И сама я набрала мха. Сейчас я возьму. Так, где тут она? Вот она. Плита все еще разогревается, духовка все еще разогревается. Там пока 165 градусов, нет никакого смысла засовывать туда курей. О, боже, Юрий, нифига себе. Привет, привет. Так, вот что у нас осталось с этой орхидеей. Напоминаю, мужу моей ученицы и моему по совокупности еще и ученику Никите, он большой начальник, красивый, статный, очень симпатичный лицом, молодой миллионер, self-made, приехавший когда-то из Киргизии и покоривший Москву к 35 годам. На работе подчиненные подарили очень красивую орхидею. Она пилоричная, похожа, в принципе, на Арнуво пилорика. Но это не он. Я знаю, что это не он, просто похож. И она была в подарочном виде. Она была посажена в стеклянную вазу сразу. И его люди на работе решили, что раз это тропическое растение, то она должна расти в воде, вообще в воде. Они налили в вазу воды, как будто это букет. И через 2 недели вот что стало с корнями. И мне дали это на реанимацию.
Реанимация у нас очень простая, мы просто в мох ее сейчас посадим. Вот. Мне, кстати, сейчас звонили люди из компании МТС и всячески сподвигали меня перейти на МТС, на интернет МТС, на домашний пакет. Я говорю, что же входит в ваш домашний пакет, если у меня и так МТС премиум? У меня мобильный МТС, но он премиум. Говорю, чем вы хотите меня заинтересовать? Ну вот телевидение, я говорю, я не смотрю телевизор, и это не общая фраза, это вообще, я реально не смотрю телевизор никак. У меня даже нет телевизора в квартире. Ладно, тогда, значит, можно что-то скачать. Я говорю, мне надо не скачать, мне надо закачать. Я говорю, блогер, и мне надо закачивать. Кстати, здесь все как-то сухо слишком. Сейчас я возьму пульверизатор. Говорю, все, что меня интересует в интернете, это YouTube. Говорю, вы же знаете, что с мобильного интернета он у вас работает, а с домашнего нет. Смысл мне подключать ваш домашний интернет. Давайте вы лучше сделаете мне безлимитный, а то у меня по 3000 в месяц уходит, и все равно я им недовольна. Но он с этим не согласился, потому что нет у них таких предложений на данный момент. Я говорю, ну вот видите, долго вы думаете, уже бы озолотились. Я же не одна такая. Но если у вас подвисает сейчас интернет, то как бы, что я могу поделать? Ничего. Я уже даже не отслеживаю комментарии в ноуте. Это же тоже пожирает трафик в том или ином моменте. Поэтому уже даже без ноута. Так что это самый лайтовый вариант, который у нас есть на сегодня. Это то, что вы сейчас видите. Вот как бы ничего другого быть не может. Так. Видите, я вкладываю туда мох. Все эти корни на дне. О, кажется, я слышу звук того, что согрелась духовка. А я занята мухом. Все. В общем, если у кого-то есть такие же реанимашки, то вот имейте в виду. Взяли мох. Не обязательно лесной живой, любой какой есть. Положили сюда. Все.